На первом этаже лицея весело, радостно и шумно. Главных героев праздника – 11-классников с нетерпением ждут первоклашки, чтобы гордо вручить виновникам торжества воздушные шары, цветы и поздравить с успешным окончанием школы. Выпускники прошли в актовый зал на праздничную линейку. На мероприятие были приглашены педагоги и родители ребят, а также почетные гости. Я желаю каждому из вас, чтобы были мысли, как развиваться дальше. И эти мысли воплощались в дело. Очень важно, когда что-то придумал, делать. Пробовать. Если не получается, вставать и снова пробовать, пока не добьетесь успеха. К мероприятию ребята и педагогический коллектив подготовились основательно. Праздник был полон приятных сюрпризов и добрых воспоминаний о школьных буднях. Это очень важный момент. Мы учились целых 11 лет. Это такой долгий срок. И вот он наконец-то подходит к концу. Это одновременно радостно и грустно, потому что приходится прощаться с людьми, с которыми провел, считай, всю свою сознательную жизнь. Так что это очень важный момент. Буду скучать, естественно, по первым учителям, по учителям старшей школы и по всем остальным, по одноклассникам тоже. Надеюсь, будем встречаться почаще. В этот трогательный момент уже бывшим школьникам было очень сложно сдержать слезы. Всегда вас будут помнить ваши дети. Ваши непослушные, любимые классы. Много теплых слов выпускники сказали в адрес учителей, потому что благодаря своим наставникам они стали большой и дружной семьей. Пусть дом наш общий вечно процветает. Мы благодарны, что вы есть у нас. Сегодня так много было сказано вам напутственных слов. Мне хочется лишь добавить одно. Чтобы вы знали и помнили, что двери лицея для вас всегда открыты. Чтобы вы выбрали правильный, верный жизненный путь. Смогли с достоинством сказать, что вы выпускники лицея. Для классного руководителя 11 класса Елены Веремьевой это уже 4-й выпуск, и каждый родной и любимый. Своих учеников она всегда считает самыми талантливыми и целеустремленными. Класс информационно-технологический. Большая часть детей, 24 человека, сдают математику профи. Это говорит о том, что ребята выбирают инженерные специальности. Поэтому я им желаю удачи, легких экзаменационных материалов и счастливого пути. Последний звонок – волнительный момент и для родителей ребят, которые творчески подошли к поздравлению, исполнив песню со сцены. И самый важный момент праздника – звенит тот самый последний школьный звонок, как добрый знак для будущих свершений. Праздник объединил всех участников образовательного процесса – учеников, родителей, учителей и друзей. Но впереди у ребят ответственная пора выпускных экзаменов. Каждому из них предстоит продемонстрировать все свои знания, полученные в школе, показав характер и волю к победе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.